Раннее утро у воспитанников детского сада «Теремок» началось с восторженных криков и радостных улыбок. Дошкольное учреждение посетили сотрудники МЧС России, которые продемонстрировали работу пожарной машины и рассказали о правилах поведения в случаях пожара. Это плановое мероприятие, воспитательное, которое проводится для того, чтобы приблизить детей к реальной жизни, познакомить с профессией пожарного и обозначить те моменты, которые обязательно при противопожарной безопасности. Дети увидели, как работает пожарный рукав, примерили средства противодымной защиты и ответили на вопросы, как вести себя при возгорании. Подобные уроки учат детей быть внимательными и осторожными, а такие навыки необходимо прививать с самого раннего детства.